Добрый день всем! Вас приветствует меховое ателье. И у нас норковая шуба в работе. Наша задача удлинить рукава. Рукава у нас на данный момент 3 четверти, наши клей и летучая мышь. Естественно, в такой рукавчик задувает, поэтому мы здесь подымем боковые сантиметров на 5, на 6 повысимся, для того, чтобы нашей клиентке было теплее. Ну и, конечно же, удлиним. Для удлинения мы подобрали вот такую норочку с фиолетовинкой под цвет норки антрацит. В общем, очень даже интересно смотрится. Смотрите, как у нас получился этот ремонт. И готовый результат нашей работы. Так, сейчас немножко призатемнюсь. Вот это более естественный тон меха, и то все равно он более, вот на фотографиях более видно, что сама норка она не серая, а тонированная с фиолетовинкой. Ну, красиво цвет идет, подходит. Как видите, шубка у нас немножко изменилась. Чуть выше подняли мы боковой на 5 сантиметров, перекроили внутри подкладу таким образом. У нас еще летучая мышь, но как бы уже вырисовался силуэт более такой удлиненный и не такой широкий. Также мы сделали вставку меха на 10 сантиметров, удлинив рукав. Естественно, мы удлинили подклад внутри и рукав заузили, чтобы он смотрелся как рукавчик, потому что сильно широкий мы померили очень даже некрасиво клиентке. Ну, еще один момент, который мы вот заранее вам не снимала, мы сюда изменили кармашки. У нас были кармашки по полоскам, мы зашили и сделали обычный карман, входящий вот сюда, и также велюрочку поставили, велюровый подклад, то есть кармашки глубокие, как любят сейчас все клиенты. Вот такие изменения дадут нашей клиентке уют в шубе, чтобы ей было удобно. Рукавчики длинные, не будет задувать, карманы тоже удобные теперь у нее, глубокие. Ну, естественно, боковой повыше, поэтому будет поприятнее. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!